Прыснули из газового баллончика и отобрали 800 тысяч рублей. 84-летний пенсионер Суздальского шоссе стал жертвой грабителей, причем преступников, а точнее преступниц, в дом он пустил сам. Две женщины представились сотрудницами пенсионного фонда и заявили дедушке, что ему нужно обменять пенсионное удостоверение и деньги. Тот поверил и вынес все сбережения – 800 тысяч. Тогда мошенницы и пустили в ход газовый баллончик, после чего выхватили деньги и скрылись.